Доброго времени суток! В этом видео я расскажу о том, как работает CRM в LeaderTask. Для автоматизации получения клиентских заявок в LeaderTask используются доски. Давайте создадим одну, нажимаем кнопку «Добавить» и выбираем пункт «Добавить доску». Вводим наименование доски. У нас это будут заказы. Чтобы доска выделялась среди остальных, мы можем выбрать цвет. Если вы работаете в команде, настройте доступ к доске. Тут все интуитивно понятно. Права администратора. Администратор может добавлять и удалять карточки с колонками, добавлять новых пользователей в доску, менять название доски. Единственное, что он не может, так это удалить доску. Права редактора. Работать только с карточками, добавлять, удалять или изменять их права читателя. Только просматривать доску и карточки. В этой области у нас будут отображаться карточки с заявками. Создадим колонки для систематизации клиентов. Например, нужно обработать, обработано и позвонить снова. Создадим форму сбора заявок. Для этого нажмите меню «Форма сбора заявок». В окне настроек формы нужно отметить те пункты, которые должен заполнить пользователь. Мы можем изменять поля. Для этого нужно написать свое значение поля. После нажатия на «Создать форму» откроется страница с кодом для встраивания на ваш сайт. Так форма будет выглядеть на вашем сайте. Давайте заполним ее. Как видим, в нашей доске появилась карточка с данными из формы. Мы можем переносить карточку по столбцам, а также отправлять их в архив «Успех» или «Отказ». Попасть в архив мы можем через меню и также выйти из него. Если нам пришла заявка, например, по телефону, то мы можем добавить карточку вручную. Для этого нажимаем «Добавить карточку» и вводим наименование. Теперь нажмем на карточку левой кнопкой мышки. Нам откроется свойство карточки. Здесь мы можем добавлять детали, например, номер телефона, добавить ответственного за заявку и отметить бюджет заявки. Например, если дело касается продаж. Также снизу присутствует чат, в котором мы можем обсуждать с коллегами детали заявки. В чате также можно прикрепить файл. Таким образом, с помощью CRM LeaderTask вы значительно упростите процесс получения клиентских заявок и проведения клиента по воронке продаж.